Словения будет пускать на свою территорию только тех беженцев, которые не собираются там оставаться, а планируют ехать дальше, в Германию и Австрию. Новые ограничительные меры действуют меньше суток, но уже за это время в республику успели въехать почти 2000 мигрантов. При этом власти Австрии, напомню, ввели лимит. Число беженцев, которых они готовы принять в ближайшие 4 года, не должно превышать 1,5% от коренного населения. Это порядка 30 тысяч человек в год. Свои ограничения действуют и в Германии. По данным газеты «Бильд», в некоторых землях мигрантам разрешают оставлять только определенную сумму привезенных денег. Излишки изымают на финансирование лагерей беженцев. Между тем резко обострилась обстановка во французском Кале. Там более сотни беженцев попытались штурмом взять грузовики, которые направлялись в Великобританию через Евротоннель. Полиция пустила в ход слезоточивый газ. Несколько человек арестованы.